Очередная новость из жизни знаменитых обитателей приморского сафари-парка. Тигра Амура и козла Тимура пришла этим утром. Рогатый обитатель вольера выгнал хищника из убежища, где тот собирался укрыться от снегопада. Тигру пришлось уступить свое место козлу. История необычной дружбы началась около месяца назад. Козел должен был стать обедом краснокнижной дикой кошки, однако, вопреки ожиданиям, животные подружились. Причиной, по мнению зоологов, стало бесстрашное поведение Тимура. Он не побоялся дать тигру отпор и даже занял его спальное место. С тех пор Тимур и Амур живут в одном вольере, а все посетители с любопытством следят за происходящим.